все брось. Ладно, будем записывать так. Итак, сегодня наш второй день в Силиконовой долине. Будем называть ее Силиконовой. Мы же ижевчане, у нас она не кремниевая. Вот мы все вместе опять идем. Угадайте, зачем? Сегодня с утра ходили, потеряли соску. Теперь идем покупать новую, тратить деньги на ребенка. У меня в рюкзачке лежит уже джоб офер. Как сказать, это предложение о работе. Зарплата 78 тысяч долларов в год. Эта бумажка поможет нам сейчас снять квартиру. Что мы сегодня делаем? У нас сегодня самая главная задача. Сегодня-завтра нам найти квартиру. И купить соску. Скорее всего, еще еды бы нам какой-нибудь раздобыть, потому что что-то мы все-таки любим поесть. Сейчас немножко вам покажу страну, в которой мы теперь живем. Вот это вот самомойка, точь-точь наша H2O. Там еще есть, правда, человек, который может помыть вам машину. Отзывы хорошие в интернете я уже почитал. Солнечно, красиво, тепло. Хоть мы как по-деревенски опять же свитер напялили, но на самом деле мне уже жарко. На солнышке жарко, а так очень. Вот, смотрите, взятка должностному лицу. Пальмы. Пальмы, да, пальмы здесь видно. Кругом. Как сегодня мне сказал один человек, дома у них здесь из фанеры и картона, так что ничего страшного. Под ногами желуди. Белку мы вроде уже прошли, белка здесь живет. Прямо вот на дороге. Пока, наверное, все, хватит с вас.